Российский генерал-лейтенант Валерий Осапов, занимавший должность старшего группы российских военных советников, погиб в Сирии в ходе обстрела в районе Дейр-эз-Зор. Известно, что это был опытный боевой генерал, имевший опыт боевых действий в Южной Осетии и Чечне. Своим экспертным мнением о ситуации поделился военный аналитик, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Я просто много езжу по конфликтам, да. Когда попадает снаряд или там мина в командный пункт, то, как правило, не один человек гибнет. Почему попало? Могла быть корректировка огня. В полевых условиях, в тех условиях, как вот ведется сейчас война, очень трудно обеспечить личную безопасность. Поэтому здесь не надо, я думаю, все списывать на то, что кто-то предал. Ну, например, в Карабахе там наводились по телефону. И потом навели туда ударный беспилотник. Для сирийского конфликта действительно уникальным, потому что у нас такого уровня генералы не погибали. Но я могу заметить, что, например, в ходе сирийского конфликта погибло достаточно много иранских генералов. В каждом случае есть свои причины гибели людей. В данном случае совершенно понятно, что при организации наступления в полевых условиях безопасность принципиально трудно просто обеспечить. Раз. Во-вторых, конечно, могла быть какая-то утечка информации. Они могли быть замечены, когда город освобождается от радикалов исламистов. Там на самом деле достаточно много их остается. То есть, соответственно, вполне возможно, что информация прошла стороны сторонников радикалов исламистов. Они могли как бы сообщить о местоположении. Но есть много причин, которые могли привести к гибели людей. Это было экспертное мнение специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».